Мне хорошо, а Меликову очень хорошо. Стас, какие у тебя впечатления? Вот только что прошла ваша свадьба, вот по горячим следам. Какие впечатления? Очень положительные. Я сильно переживал перед тем, как пойти в ЗАГС и расписываться с моей будущей женой. Но потом я понял. Стас, мне кажется... Я вообще не понимаю, какой человек пойдет сначала расписываться в ЗАГС, а потом жалеть о том, что он провел вечер в ресторане. Глупо. Мы расписались, отметили это все дело. Нет, не так даже. Да. Видите, как они его напоили? Он вообще не пьет. Это я чаще бываю пьяный, чем он. На самом деле, должен быть человек. Должен быть человек, который за всем этим следит. Даже если вы думаете, что он вам не нужен, и вот этот хаос. То есть вы приглашаете людей в определенное место, в определенное... точку, и вы думаете, что это все будет спонтанно организовано, так не произойдет. Должен человек быть, который все это будет организовывать, всех то, что устраивать, ну, в принципе, говорить там, а, иди сюда, ты пацанчик. В общем, все поняли. Да. Второй вопрос. Что вам больше всего запомнилось сегодняшнего мероприятия? Мне запомнилось, когда вы в Атмане играли. Я не могу сказать, что мне сейчас... Ты пишешь, Игорь? Я болтаю, а он молчит. Я не могу сказать, что мне тут запомнилось, потому что, в принципе, это все было как обычно. Мне, знаете, что порадовало? Что не было каких-то экстраординарных поступков. Что никто никого не убил. Третий вопрос. Что хотели бы пожелать тем, кто только собирается организовать свою свадьбу? Подбирать гостей грамотно, ребята. Вот это очень важно. Те люди, которые к вам придут на свадьбу, покажи, вон сидят там. Если вы их неправильно подберете, то свадьба может не даться. Да. Мне было очень приятно, Гарик, что ты у нас сегодня... Нет, Гарик, классно, нормально. Ты знаешь что? Ты ее четвертый испортил. Минуту. Минуточку. У нас здесь Comedy Club сейчас снимаем. Четвертый вопрос. Понравился ли вам ваш ведущий? Да. Мне очень понравился. Да. Он мне изначально... Провоцируешь. Ну, куда вы прёте? Ты мне правда, Гарик, с первого раза прям понравился, поэтому я не было никаких сомнений. Я абсолютно трезвый, абсолютно нормальный. И мне очень все понравилось, правда. Ну и напоследок... Спокойно. У нас традиция свадебный поцелуй, друзья, пожалуйста. А тебе какой? Любой. Не, подожди, а хочешь, я тебе покажу такой, знаешь, как ублюдки? Стас, сейчас я уже буду злиться. Почему? Потому что вот эти словами... А как вчера? А как Стас, вчера они делали? Вот конечно. Горько?